Продолжаем движение. 15-я серия. Москва. Кемерово. Трасса Р-254. Северный обход Омска. С левой стороны верхний Карбуш по ходу движения. Далеко слева железная дорога, впереди река Иртыш. С правой стороны Новоомский район, наверное, впереди село Троицкое. Ну, ввиду того, что аудио не записалось, вот дальше будет небольшой музыкальное сопровождение. Ну и более подробно остановлюсь у мотеля «Омич». Ну вот, подъезжаем к мосту через Иртыш. Ну, кусочек, наверное, захватит видео. Ну, самый маленький кусочек. Так, покинули Иртыш, проехали Иртыш. Впереди развязка на улицу Воровского. Левый поворот. Да, плохо, когда нет вот этого сопровождения из салона автомобиля. Так можно было бы что-нибудь интересное припомнить. Вот заканчивается северный объезд Омска. Омск с левой стороны. Омск с левой стороны. Ну и следующий комментарий я начну, когда будем подъезжать к мотелю «Омич». We'll be right back.
We'll be right back.
Thank you.
первое кольцо, круговое движение, двигаемся в сторону мотеля Умич. Этот мотель я постоянно продвигал, как бы рекомендовал, как одно из самых лучших мест, если не самое лучшее место для привала, для ночевки, для отдыха. Следом второе кольцо. Они недалеко друг от друга находятся, километров 5, наверное. Второе кольцо. И сразу за кольцом с правой стороны, в это место, которое я рекламировал, рекомендовал. Ну, заезжаем на площадку мотеля «Уют». Ну, сами оцените, какое состояние. Асфальтированная, чистенькая, ухоженная территория. Сейчас машин уже мало, многие уже стартовали. Ну и я с таким гордым, не то чтобы видом, а уверенно веду ведущего в кафе. Вот. Место на самом деле замечательное, но вот посетив кафе, посетив, увидев цены и качество еды, было сильное разочарование. Во-первых, цену он поднял необоснованно высоко, очень дорого. И во-вторых, очень было невкусно. Вот ведущий взял там, не помню что, заплатил, по-моему, около 500 рублей. Первое еще более-менее там как-то проглотил. А второе, к огромному сожалению, кушать не стал. Так что Володя, это владелец вот этого мотеля, этой стоянки, ты меня здорово подвел. Я сильно расстроился. Так что прежние свои рекомендации я снимаю. Остановиться на ночевку, там душ, да, это все имеется, но буфет неважный. Ну, заправка. Заправился под завязку. И продолжаем движение. Следующий комментарий будет возле Тюкалинска. Сейчас посмотрим, уточню. Ну, Татарск комментировать не буду. По объездной прошли. Я ничего, к сожалению, примечательного сказать не могу.
что я этот оговорился не Тюкалинск, а Барабинск. Барабинск. Возле Барабинска я немножко опять прокомментирую. Не Тюкалинск, Барабинск.